Песков все-таки раскрыл правду о болезни Путина. Ждать ли отставки? У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Некоторое время назад ряд средств массовой информации сообщили, что у Путина возникли проблемы со здоровьем. Вчера Песков назвал эти публикации информационными вбросами. Заявил о наличии у них целей, о том, что они их не достигают. А в Кремле более или менее знают, кто организовал вбросы, а также то, что слухи продолжат распространяться. Что касается здоровья, но это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Но хотя бы спросили, мы бы ответили, заявил он сегодня. Официальный представитель Кремля назвал публикации о проблемах со здоровьем у Путина компиляцией разных слухов. Сообщил, что знает, кто этим занимается, и что эти люди продолжат делать это и дальше.